Всем привет! Вот мы снова в деревне, и я сегодня не один. И не с Женей. Я сегодня... Янус. Янус Великий. Наверное, сегодня уделаем эту монашку. Ну, монашку, я имею в виду крышу. Залезем на крышу, короче. Сегодня будем по максимуму работать. Снега навалило, смотрите, сука. Уже, наверное, сантиметров 5 точно есть. Смотрите, какая красота. Озеро тоже, все. Снега куча. Вот я пожалел, что сюда заехал, как бы. Может, мы завтра, наверное, и не выедем. Выкопаем. Машину. Ну да, здесь есть. Что это такое у меня? Так что все, мы сейчас переодеваться и полезем наверх. Снова наверх. Быстрее бы сделать этот чердак, и чтобы были какие-нибудь другие занятия. Так что все, вы с нами, мы с вами. Поехали. Смотрите, кинул Коська там. Смотрите, как они воюют. Разниму. Жорик. Жорик. А маленький может надо отдавать. Жорик. Смотрите, как интересно, да? Жорик. Жорик, дай маленьким, на. На. А смотри, там вытянула маленькая. Маленькая победила. О, забрал. Дамы и господа, вот, жизнь выживает сильнейший. Так что учтите, не поддавайтесь никому. Не давайте слабинку. Надо всегда бороться за свое. И все будет хорошо. Так, значит, что? Мы готовы, мы одеты, переодеты. Взял у Володьки вот такую уже дрель такую. Буду сверлить этой дрелью, потому что... Перфоратор большой, и мне неудобно делать. Сегодня будем делать, наверное, максимально быстро, потому что Ян держит, я работаю. Сегодня будет шедеврально быстрая, скоростная работа. Все, главное сейчас Яну не упасть здесь, потому что... А, дрова надо подкинуть. Все, подкинем дрова и наверх. О, подкинул дрова. Наверное, моя мордяшка красная. Что, снова мы на втором этаже, снова мы начинаем работать. Яну, там брат позвонил, будет работать. Значит, смотрите, какой план. План такой. Все-таки мы, Женя, решили. Будем делать также пятеркой. Перестилать будем до конца стропилы. А эти оставлять будем стены. Стены будем оставлять голые. Так, как я здесь показывал. Вот такой вариант мы делать не будем. В предыдущем видео поругались, короче. Женя хотела... Я хотел... Доверху здесь вот. Доверху догнать. И здесь сделать такие стены. Женя нет сказала. Раз сказали 200, значит должно 200. Ладно, будем делать 200. Потому что сегодня приехал Ян. С Яном мы быстренько сделаем. Смысл таков. Смотрите, буду начинать снизу. Потому что вдвоем легче. Он будет держать целую рейку эту. Ян будет держать с одной стороны, я с другой, прикрутил и все. Вот и в зеленом прикольно дал ему свою одежку, потому что, ну, он приехал в нарядной. Я даже не видел, что ты сливаешься в этой зелени. Те вот, которые на косину доски, я их сейчас откручу, потому что уже стропила держит вот эти вот рейки. Ян как побыл уже, говорит, все, а ну его этот дом. Уже чихает и кашляет. Хотя мы еще минвату не ложим, а просто прибиваем, прикручиваем рейки. Самая сложная была нижняя рейка. Сейчас мы от этой реечки пойдем вверх. Здесь еще раз, два, две вроде бы рейки. И с той стороны так сделаем. Ян еще не знает, может сейчас бы убежал бы. И все, и потом будем утеплять. Самая неудобная поза, это вот здесь вот лазишь на карачках, по-пластунски почти, вообще неудобно. Я не представляю, как здесь минвату будем ложить. Это жесть, конечно. Но у нас получается, я вам скажу.
Ян, там где ты стоишь, там молоток. Там молоток. Не, не надо. Ну хотя бы... Я забью. И не забываем подписываться, ставить лайки, комментировать. Так тебе надо было не там делать, а здесь ближе сюда к камину. Ян учится, ученик мой, уже я сенсей, представляете? Иду к своему ученику. Готов? Подержи. О, блях, подожди, нога застряла. Не нужно. Давайте, поехали. О, будь смотреть. Не позорь меня. Давай, здесь можешь быстро, главное, чтобы он оживился. О, все, сейчас медленно. Ниже чуть, ниже. О, засовывай. Ну, дави его. Стой, ты встал возле камина, греет свою жопу. Эй, не матюгайся. Не прошло и недели. Все, держится. Надави, стань с этой стороны, надави на этот вот. Так вот, ты давишь, капец. Возьми здесь вот. О. Вот видите, человек, который в жизни занимался, а который нет. Ну ничего страшного, это дело поправимое. Я думаю, на той стороне он уже будет лупенить, что черт. Все, сейчас дави сильно и пошла. Не, силы нет, но дави. Ты дави. Да, вот такой, подожди. Ну опять проскакивай. Ну, вот у меня не проскочит, смотри, на. Фейлы года можно показывать. Ты вот сюда держишь, а этой давишь. Сейчас это 100% войдет нормально. На, держись. Даем еще один шанс. Блин, ну я уже здесь, если честно, у меня вспотело все. С этой стороны я с той стану. Не, наверное, со мной. Входим, вот такой бум ходить туда и сюда уже бы сделали давно. Ты не давишь. О. Потихонечку, вот пошла, родимая. Ага, силушка. Раз, два, три. Три штуки сюда кинь.
Кидай сюда три штуки, одну штуку я сейчас обрежу. Дай мне, а вот здесь есть одна штука. Сейчас здесь, значит, вымеряем по стропилине, и потом я сюда доделаю по метрам. Так, одну сторону вот сложную, смотрите, сделали, все, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Думал я еще там внизу делать одну рейку, но я не буду ее делать, я буду прибивать к этому мурлат, будем называть, кто несущие стенки, к мурлату тому, и все, и будет супер. Не с привычки, как Ян чихает тут, говорю, маску, не, маску категорически нет, говорю. Все, сделаем сейчас все и переходим на ту сторону, там тоже будем отрывать эти косину и прибивать такие же рейки. Сегодня не знаю, ли мы успеем утеплитель, наверное, мы будем уже утеплитель завтра лупить, но мы, все горит уже. У меня ноги все потные. Как хорошо с друзьями работать. Видите, работает, а я просто хожу. Ничего не делаю. Не ровно, не? Ну, это будет на твоей совести. Когда упадет, будешь здесь, тебе на голову. Подожди, подожди, подожди. Это не столь важно. Да, только надо эту прижимать. Так, вот моя задача, только ногой держать. Так. Еще одна? Да. Что, устал уже? Уже. Ну, я вижу, что еле-еле. Так, отмеряем. Здесь торец, чтобы был. А эту пили мне пором. Не так. Эту возьми. Вот по эту, видишь? Смотри, сейчас я переверну. Ты не... Да, так надрежь. Вот так надо тут. Блин, этого. Блин, когда этот мусор уберу, чуть не упал. Вот так надо работать, ребятушки. Я там, мы там все доделали. Все хотел сказать я. С привычки, потому что сам делаю. С Яном там доделали. Я поставлял там по метру. Там я буду сам уже делать. Потому что может не хватить реечек. Самое тяжелое будет здесь сейчас. Потому что там надо аккуратненько, аккуратненько ходить, лежать. Потому что там над террасой были такие, знаете, очень хрупкие эти я прибивал. Со шкафа. Здесь то легко. Здесь возьми лежит. Здесь будем лежать. Там нормально. Вот здесь, самое главное здесь. Все, значит, здесь не буду показывать, как делаем. Здесь идентично, как там. Правильно, неправильно сказал. Значит, это отрываем, это убираем, потому что Жене это не понравилось, сказала. Убираем, мне не нравится. Делаем, как говорила Женька. Ну что, мастер Ян. Короче, в конце Ян лупил уже, как знаете что. Мало чем отличаться от меня. Сейчас я свет уберу. Покажу. Опа. Аж душа радуется. Смотрите, здесь сделали все рейки. Без вода обычно. Да, мы же ее покупал там. Это вот. Все, здесь рейки. Самое тяжело это было здесь, потому что здесь не было где упереться. Здесь мы гадали, где эти вот брусья лежат. И надо было наступать только на них. Если мимо, все, мимо сразу провал. Провал на террасу, котам. Красиво получилось. Здесь сделали. Смотрите. Специально вам освещаю. Обалденно. Уже смотрите, там темно на улице. Завтра, короче, будем делать, утеплять. Знаете, что нам осталось? Я уже показывать сегодня не буду. Мы это сделаем. Ну вы понимаете, если здесь мастерство, смотрите, здесь мы сделали что? Здесь мы, видите, по стропилам пообрезали. Нам осталось к этой сделать, сколько здесь, 1,10 м, и к этой примкнуть. Раз, два, три, четыре,
примыкаем и готово, финиш. И здесь, а здесь осталось даже меньше, потому что мы вверху сделали, здесь осталось 1, 2, 3. И здесь 3 отмечаем. Знаете, что интересно? Осталось как раз, смотрите, 3 этих, 3 рейки. Обалденно круто, я офигею. Это, знаете, это я ошибся с размерами, заказал не 36, а 56, и как раз получилось этих 56 тютелька в тютельку. Это о-ля-ля, как я говорю. Это нам, понимаете, это матушка природа сама, матушка земля нам, ну, как вам сказать, благополучие дает. Она дает добро, значит, мы делаем все правильно. Кому она дает? Кто? Добрый, честный и уверенный. Ну, если честно, уверен не буду. Спасибо, кто смотрел, кто нас поддерживает, кто ставит лайки. И передаем наше видео всем-всем-всем своим родственникам. Большое спасибо. С вами был Макс Мастер. И Янус возвращается. Он там внизу. Сейчас маме звонит. Темно, капец. Камин, короче, натопили. Камин долго даже не топил. Хотя на улице, ну, минус 10 уже. Ну, у нас минус 10, сравнение, у нас влажность большая. Это как у вас, дорогие подписчики, под минус 20, наверное, минус 25. Камин справляется на все 100. Скрывать не буду, употребляем 500, там, горючее. Если где-то речь не так поставлена, извиняйте. Ну, друзья встретились, коллеги, давно не виделись, да? Ну. 2 дня. Ладненько, все, сейчас мы мыться, короче. И все, завтра встанем, все это поутепляем. Я, Яна, поджопник. Сейчас все-таки думаю, как такое может быть? Ладно, шучу. Все, завтра поутепляем и в город. Что, ты научился чему-нибудь сегодня? Я научился, что прикручивать как рейки. Научился прикручивать гвозди. Я прикручивал. Гвозди с шуруповертом. Это не может еще никто. Даже я не могу прикручивать. С первого Ладно. Раза. Ну, научился, да. Первые этого. Ну, конечно. Это человек, который живет в городе и просто деревни не был. Понимаете? Чтобы вам там не подумали, ха-ха-ха. Это не надо так, как это говорится, злорадство. Понятно. Вырубай. Так что все, давай. Все, всем пока. Все, пока.